Первая моя ода называется «Ода задница». Значит, такой эпиграф. Задница – уникальный интерфейс, через нее можно делать абсолютно все. Неизвестный автор. У слова «задница» тьма значений, но только русский меня поймет. И через тысячу поколений цикл этот образный не умрет. Кто-то ее беззаветно любит, кто-то попросту в ней живет. Многих она безраздельно губит и к приключениям вдаль ведет. А у кого-то из задницы руки тихо растут, не зная хлопот. Наперекор торжеству науки, все, что не сделают, наоборот. Кто-то вставляет в нее импланты, а у кого-то растет сама. В заднице кто-то хоронит таланты, кто-то сходит по ней с ума. Но есть одна огромная задница, она накроет и жизнь на ноль. И только русский с ней может справиться, оружием поверенным, алкоголем. Thank you.